Привет, привет, мои дорогие друзья, с вами Дэдди, и добро пожаловать в игрушку Mad Day. В общем, дело в том, то, что у него похитили осьминожку, его любимого животного, и он разозлился, он просто в бешенстве. И он пошел вручать его. Пожалуйста, поддержи меня пальцем вверх и подпишись на мой канал. Ну что ж, мы погнали, ребятки. Let's go. Вот она. На пути нам будут встречаться, конечно же, марсиане, инопланетяне и прочая нечисть, от которой мы будем с вами избавляться. Поэтому, ребят, чем больше наших будет подписчиков, тем мы будем круче играть. Мы обязательно всю часть пройдем. И первую часть, и вторую часть, и третью часть, и четвертую часть. И все-все-все части этой игрушки. Если ты меня будешь поддерживать, подписочкой на мой канал, рассказывать друзьям и ставить палец вверх. Окей, а мы начинаем. Что я могу? Я тут могу прыгать и пулять ракетой. Отлично, прыгать и пулять ракетой. В принципе, все просто. А, также на X надо жать. Зачем? Я типа жму X, и чё? А, X я стреляю, это прыгаю. Ясно. Ну, не обязательно X, можно просто вверх нажать. Со временем мы будем с вами все сильнее. Ух ты, покемон какой-то. Ну-ка, кэш отсюда, покемон. Свали отсюда, сказал. Так, отлично. Вау! Это было жестко больно. Блин. Проиграли. В общем, план провалился. И мы будем что-то придумывать. Мы должны его победить. Так, давайте купим пистолет. А у меня вообще пистолета не было. Все, мы покупаем пистолет. Вот, с пистолетом уже круче будет. Плюс давайте... А корпуса не было. Давайте корпус сделаем. А, не хватает. Давайте колеса хотя бы. Отлично. Так-то лучше. А, медальки какие-то. Так, тут можно одеваться. Гоу, ребят. Продолжим. Старт. Я готов. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так, нам нужно золото собирать. Мне это даже магнита. Я не могу два раза прыгать. Так, отлично. Ну ты мне хорошо помогаешь. Сзади какой-то монстр. Вы посмотрите на задний план. Там монстр рушит города. Жестоко. Что-то он там спел. Получай, проклятый зомби. Зомби-монстр, кто ты? Вали отсюда. Так, я не хочу погибнуть. Типа я опять проиграл. Так, мы в гараже, но мы довольно-таки уже дальше проехали. А что мы можем тут взять? Более крутую пушку? Можно. Я бы лучше вот эту пушку взял. Более быстрая перезарядка. У меня 108. Давайте более быструю перезарядку возьмем. А, это за ачивки дают. То есть за всякие достижения. Так, можно купить какую-то шапочку. В общем, гоу, ребят. Мы пройдем эту игру. Мне предложили взять магнит. Ладно, мне не хватит денег на магнит. Я справлюсь, я обязательно справлюсь. Я сумею, я смогу. Мы дойдем до этого безумного босса. Мы уже довольно-таки сильные, более сильные, нежели были раньше. И у нас все получится. Поздно или рано, у нас получится все. Так, осторожно, бережемся. Надо колесами стараться бить. Вау. Отлично. Бест, хорошо. Так, залечимся. Блистательно. Скоро первый босс. Кажется, вот он. Неплохо справились с первым боссом. Я думаю, мы должны много золота за это получить. Так, ускорение. Почему? Жизнь так несправедлива. Гараж. Ну, хотя бы первого босса прошли. Это уже достижение, это уже круто. О, мини-игра. Я готов. Так. Отлично. У меня есть еще варианты, шансы.
Так, ладно. Давайте возьмем броню. Предлагаю взять броню. У меня еще 331. Нам ни на что не хватит. Ну, поэтому гоу. А, да, конечно, возьмем. Давайте возьмем магнит. С магнитом мы будем золото все собирать. Это очень круто. А можно было продолжать, с откуда я начал? Вот я же первого босса прошел, надо было оттуда и продолжать. Стараться нужно колесами падать, тогда они будут здоровье отниматься. Было бы здорово, если бы у меня было 100 тысяч подписчиков. Но я думаю, на этом канале навряд ли такое произойдет чудо. Никто мне не поможет. Чудес не бывает. Лови нафиг. Так, отлично. Что там пропомотал? А, легко мы справились с ним. Быстро смотрите, как дошли. Блин, мне нужно здоровье. По идее, мне лучше броню взять, ребят. В следующий раз я обязательно возьму броню. Давай, немножко. Представьте, немножко не дотянули до аптечки. Нам действительно не хватает брони. А, можно переодеться. Я предпочту взять броню все-таки лучше. Более крутую броню, да, она нам поможет обязательно. И перезарядку давайте побыстрее возьмем. Ну, я думаю, я готов. А, мне ничего не хватит больше. Так, ребят, вот уже босс. Скоро-скоро. Я сразу вам решил босса показать. Вот сейчас, мне кажется, намного больше у меня здоровья осталось. Так, отлично. Было бы здорово, если мы до второго босса дошли. Блин, как вы меня бесите. Не достали. Все. Здоровье пополнилось. О, довольно-таки неплохо. О, он вышел. Он в рукопашку дерется теперь. Отлично. Так, молодец. Ты справишься с этим? Не с таким справлялся, молодец. Просто вышибает все. Мне просто здоровья очень мало. Вау, я весь в огне. Я весь горю. Нифига себе, ты подпрыгнул. А за достижение получил. Неужели босс? Отлично, мы второго босса победили. Неплохо. Можно поздравить меня. Ну, как-то так. Идем в гараж. Может, там что-то открылось. Да, мини-игра разблокирована. Play. Ну, куда мне эти монетки? За 200, да. Я согласен, за 200. Выиграть магнит. Все, неплохо. Окей. Так, это все в коллекцию идет. Давайте за медальку заберем. 350 монеток. Можем взять какую-нибудь шапку, плюс 10. И к чему бы мне взять? Плюс 10 к танку, да, давайте возьмем плюс 10 к танку, я думаю, это будет самый раз. Также возьмем тебя и тебя, и став. Нифига себе, мы стартовали. Вау. Вот это круто. Обалдеть. То есть мы почти уже у босса. Нам осталось совсем немножко. Так, нормально так.
первый босс. Мы легко с ним справляемся. Отличненько. Блин, я же могу проиграть так. Это немножко осталось. Подлечимся. Отлично. Отлично, молодец. Вставай и иди. Иди пешим ходом. Пора атаковать. Они говорят, пора атаковать. Все, это последний раз вот этот. Сейчас играем. Если хочешь, чтобы я прошел игрушку, ну, всего лишь что пальцы вверх можно набрать. Если каждый останется неравнодушным, пойдешь мне пальцы вверх, то мы с вами пройдем эту игрушку. Отлично. Действительно. Скоро новый босс, вот он уже, вот-вот. Фу, у нас получилось. Но мы чуть не погибли. Чуть не лажанули. У меня жизни нету. Печально, конечно. Что ж, идем в гараж. И я думаю, на этом стоит попрощаться. С вами благодарить, ребят. Так, что мы тут купим, давайте. Еще более... более крутую пушку, да. Нужно прям... О, отлично. За достижение возьмем. Еще деньги. И пока ничего не можем купить. Но в следующей части, еще в следующей серии доиграем. Сейчас с вами Малдариди. Ссылку на игру оставлю под видео под описанием. Всем до скорого. Пока-пока.